Двор дома номер 6 по улице Фадеева можно считать образцовым. Придомовую территорию накануне благоустроили благодаря федеральным средствам. По программе губернатора теперь здесь появилась и новая детская площадка. Двор стал более уютным и красивым, говорят местные жители. Деток у нас всегда очень много собирается. Мы за площадкой ухаживаем. Вот эти наши старые конструкции, им уже больше 30 лет, но мы их сохраняем в хорошем состоянии. Ну и надеемся, что новую площадку мы будем за ней следить и ухаживать. На Фадеева 6 ставить в пример можно не только обустроенный двор, но и ухоженный подъезд. Таких в городе совсем немного. В нем всегда чисто, на полках стоят цветы, площадки застелены коврами. А на 6-м этаже обустроен настоящий читальный зал. Любой жилец может выбрать книгу по своему вкусу. Коллекцию библиотеки регулярно пополняют сами жильцы. Каждый этаж у нас отличается друг от друга. Поэтому каждый этаж старается сделать как можно лучше для себя, красивее, что-то изменить, что-то добавить, что-то убрать. Сейчас в доме полным ходом идет подготовка к Новому году. На каждом этаже будет стоять елка. Праздники жильцы 6-го дома всегда отмечают вместе. Надеемся, говорят они, что, следуя нашему примеру, и жители соседних многоэтажек начнут создавать уют в своих подъездах и дворах.